14 декабря 2014 года. Закуплена медная проволока. Мотаются жилы. Как каждый миллиметр. Что-то лучше, да? Сейчас посмотрим. Точно. Лучше не придумал. Идет, идет хорошо. Насколько это, блин. А это вы подложили деревяшку для запаса? Не, а там клин потом будет, чтобы они не переламывались провода. Потом такие клинушки будут стоять, такие полукруглые. На, я тебя понял. Ну, так и будет, половина от катушки, грубо говоря, да? Выкручивается, затачивается круглый, пополам делится, и получается полукруглый. Не ложится так с изоляцией, внутри очень плотно получается, ровно. Не-не-не, контакты заматываются электрически. Очень вот здесь, почему? Здесь вот это. А это нормально вот так вот? Да. Где она там, здесь? Да. Не, внутри уже не будем, нет смысла. Чуть-чуть еще. Натянуть не получается. А мы потом же лаком зальем. Она сейчас скрепится и все. Ежедневный отчет специально для мобильного репортера. Вчера мы показывали еще не собранный статор. Сегодня статор уже собранный. Натяжку дадим, отпусти, она не вошла. И она вот в середине еще. В воскресенье. Время 19.05. Идет прямая трансляция. 82 зрителя на канале. Специально для Валентина Григорьевича Лиманского и Ивана Владимировича, как всегда. А как иначе? Кнопка, давай там укладывай, я буду засовывать. Сейчас вот этот вообще не знаю, как он сейчас засовывать. Последний. Внутренний? Надо начинать снизу, чтобы последний был. А да, какая разница? Какая разница? Последний надо в целиком всю мысль. Что-то не должен. Если ты заходила в скрученном состоянии, то и так должно заходить. О. А, нет, тут вылазит. Дай. Я вот так протаскиваю, и она как бы будет. Да, что-то вот такое поочередно. Тут еще четыре сына станет. А вы, блин, жгут на модели. Все вообще так. Уже размотали. Уже размотали. Квадратный тоже не пошел. Квадратный, блин, технически не можем исполнить. А со стороны как хорошо советы давать, да? Вот как покрутишь, поймешь, что тут оно... Ну и чего, больше не видишь, да? А ты киян все, киянки, по-моему. Киянки все в деле. Отлично.
Ну что ж, дорогие зрители, будем держать вас в курсе событий. До 22 числа остается не так много времени. Вертел я ваши санкции. Еще четвертый за свой, да? Желание. Даешь импортозамещение. О, слушай, там вообще нет. Нормально, отлично. Все, нормально, он расходится в сторону там. Да, Все, предел мечтаний поработает. Не, ну нормально. Отлично. Еще попробуем. Лучше, чем космические лаборатории на этих заводах. Нет, ну сейчас самое интересное, последний виток. Вам самое интересное. Все, хорош, Вася, это понятно, тут нормально. Это все завернется и клин туда забьется. Клин тоже по кругу будет такой. Он какой-то должен свернуться. Слушай, а клин будет коротить между собой эти массы? Прозвоним, посмотрим. А клин из чего? Клин пластмассовый. А, так стоит его. Этот сюжет идет под названием «Без комментариев», дорогие друзья. Смотрите и делайте выводы. Это занятие для настоящих мужчин. Нормальная взрослая игрушка, да? Давай, короче, нижнюю точку сделай. Предлагаю, знаешь, вот их четыре. Сейчас загоним три и еще один. А как еще? Отдельно один? Кофеюшек, конечно. Ну, если подбивали, он... Блин, хрен знает. Да он тогда же вываливается. Ему можно один вот через эту дырку засунуть. Через дырку, да? Ты сверху ему засунешь. Вот снято. Верьте, мы ваши санкции, как мы это двигаем. Обмотаем проводами и пустим ток. Я сейчас смотрю, здесь надо, же засов... что-то не затянули вы. Что? Провода вон, видишь, как пошли? Нет, ну, это... Тут надо длинную. Да. Нет, тут тоненькую надо, Вася, такую, чтобы она пролазила. Да, это же... Потому что, видишь, затащить можно. Вылезло, когда... Да, лопаточкой сделать. Топ снято.